Доброго дня всем, друзья! Отныне и постоянно теперь, наверное, будет. Наш формат будет вещать в формате 4К. Вот, все-таки немного... Ну как немного? Камера позволяла. Дело в том, что технически надо было как-то Иру там подвести к этому. Ну, нашли вопросы, как решить это все. Все сделали, прошли тестовые испытания, как говорится, теперь можно будет людям, тем, кто имеет какие-то широкоформатные или большого разрешения именно телевизоры, можно там даже просматривать данные ролики в формате 4К, то есть как бы на нормально, более хорошем качестве. Вот. Кто же использует слабый интернет, ну, делайте качество или как там настройки своих, вот выбора вашего интернета, критерии это выбирайте, и ну чтоб там не грузилось или как там, ну если у вас хороший качество интернет, хороший телевизор, то, как говорится, добро пожаловать. Что у нас, друзья? Сегодня, друзья, 27 апреля 2021 года, и находимся мы вот в таком вот порту, как бы, да, я думаю, скорее всего, это производственная часть города Руан. Вот, доставил я сюда вот груз, который был загружен в рядышком со столицей Австрии, Веной, Нойдорф. Такая палетка, я не знаю, чего там она такая, ну... Она небольшая, ну как, по весу небольшая, но длина ее составляла 4 метра, 4,20 даже. И вот данные будут груз доставляться в Сенегал, Дакар, город, вот туда вот. И я так понимаю, что это будет морским контейнером каким-то, как-то будет, главное, будет туда, ну, сверху чего-то там засовываться, как-то будет туда вмещаться, это будет все потом вот на эти вот слева у нас такие вот, я не знаю, может быть даже река, либо же какой-то канал специально морской, куда вот приходят большие, небольшие какие-то корабли, сухогрузы и тому подобное. Но сейчас смотрим там насыпь, я не знаю, может быть какой-то уголь даже вот привезен. Высыпает на следующем его повороте поверните направо. Вот направо. Так, на, но впереди там, направо, я так понимаю, какие-то нефтяные, может быть, какой-то бочки какие-то. Ну, вот так вот. Возможно, что-то связано с топливом. Так, пока красненький, я, наверное, немного прервусь. Так вот. Сейчас будем выезжать. Я, кстати, в этом городе уже был. У меня где-то видео было пару лет назад, по-моему. Вот так вот. Здесь я попал на выходные. И когда у меня заклинил, так сказать, стартер, и я не смог заводить машину, и приезжала техпомощь. То есть прицеп отцепили, зацепили меня как-то вот за задний мост, приподняли и потащили прямо на СТО. И там была произведена замена нового стартера. Вот так вот. Так, сейчас смотрю по знакам. Вот нам нужен 28-й автобан. Едем мы на выгрузку. Осталась одна палета всего лишь, вот буквально тонна весом. Вот и все. Так что в этом городочке я, в принципе, бывал. Ну как бывал, я тогда был без велосипеда и в пешем формате, в пешем режиме прогуливались. Кстати, вот Лидл справа. Ну, заехать там парам-парам-пам. Ну, не знаю. Так. Так меня обходят люди, может быть, торопятся на загрузку, может быть, что-то еще такое. Сам городочек неплохой, есть куда пойти посмотреть, но ну не на машине, вот понятно, то есть тут знаками как-то закрыли, исходя из того, даже потому что, ну, морской как бы здесь так,
такое сообщение. Все-таки приходят сюда какие-то, контейнера выгружаются, загружаются, перегружаются. В связи с этим мы некие дороги позакрывали. И, ну, во-первых, это шум, это такой вот дискомфорт, как бы это раз. А во-вторых, опять же, транспортное вот покрытие некое выдавливать, плюс легковым, может быть, какое-то там сообщение мешает. Ну, скорее всего, из-за этого. Вот. Так, пока, наверное, мы сейчас объезжаем здесь, пока выключаюсь, ну и продолжим. Друзья, ну опять наступает тот случай, когда вот вроде навигация тебя вот так вот ведет, а впереди 7,5 тонн знаки. Я так понимаю, да, там с центра, ну почему так? Ну, надо обновляться. Надо обновляться. И сейчас поедем мы налево, скорее всего. Не знаю, вроде налево, как вроде бы знаков нет, как таковых. Будем сейчас закручиваться, чтобы никого не подцепить и не придавить. Так, красный горит. Поехали, 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 братва, давайте. Перепроложить. Переположить, спасибо. Готовьтесь к правому повороту через 450 метров. А мне как бы нужно через этот мост заехать. Так, а что не хотеть, не хотеть? Ну, вроде бы как все по прямой, мы там и выходим. Не знаю, сейчас глянем, если будут какие-то знаки. 3,5 тонны. Но автобус-то пошел, я понимаю, что если сейчас я, наверное, может перестроить на автобус. Так у меня автобус и стоит. Хо-хо-хо-хо. Прикольно, однако. Используйте второй поворот направо. Второй поворот направо. На следующем повороте поверните направо. Ну, лишь бы не было ничего такого. Конечно, да, я вот заехал. Кстати, опа, вот под нами машинка гибрид Hyundai Ioniq. Вот так, это тоже hybrid. Так, а если мы прямо и прямо автобусы, я не пойму. Ну, ладно. Д, Д, Д. А если грузовика поставить? Вот в чем и прикольно. Ну, грузовиком показывать прямо можно. Ну, можно опять. Готовьтесь, через 450 метров держаться правее. Лишь бы все было хорошо. Вы превышаете допустимую скорость. Держитесь правее.
ты красавчик. На автобусе. Ай. О, а Бусик вообще молодчага. Вот он видит, что я из-за него не вписываюсь в радиус, и он сюда завернул. Красавела тебе. Респект. Через 120 метров держитесь левее. А все потому, что нам здесь налево нужно. Так, а там 28-й автобан направо. Ладно, едем, хоть как навигация показывает. Хотя вот... Пара-парам-пам. Ну, как-то так. Ждал я на выгрузке на фирме, чтобы выгрузиться. Они открывались с 8:30. Я приехал в 7 часов утра. Ну, не знаю, почему так. Я думал, что, ну, как обычно, если Google показывает в это время, ну, я понимаю, там офис работает, то есть руководство какое-то там к этому времени. Но чтобы склад по приемке и отгрузке там каких-то вот товаров, чтобы он тоже так само на 8:30 приезжал, ну, я не знаю. И они там, у них обед, и они там до 16 часов работают. То есть всего ничего, как бы, хороший такой трудовой день, как для работников каких-то складов, да и всего. Ну, так вот. Так, я запрещен. Пам-парам-парам-пам. И поехали. Через 120 метров держитесь правее. Так, вроде бы... Ну, проедем по такой вот теперь по красивой части города. Я не знаю, как бы... Не одними производственными... Как правильно, зона индустрия. А и вот... Там, где это все красотень, не так часто удается. Как в данном случае с нарушением. Вот именно. А нарушение какое? Да, поехал под знак под 7,5. Так, правее, правее. Ну, тут теперь нужно как-то и выбраться отсюда. Держитесь правее. Правее. Метров, держитесь правее. Потому что 3-4 явно мы там не пройдем. Здесь. Доедьте 1 километр. Парабрам-пам. Вы уменьшаете допустимую скорость. Готовьтесь через 800 метров держаться левее. Справа баркасы какие-то, вот буксиры там или что, даже и лодочки. Так, рам-барам-пам. Ну что, и выруливаем. Я думаю, мы выезжаем туда, куда нужно нам. Метров. Так, левую сторону надо занять. Через 100 метров держитесь левее. Через 50 метров держитесь левее. Вот красивый какой-то замок. Так, ну, времени у меня 9:32, а там часики. О, а здесь часики стоят. Друзья, там без 15:11. Вот так вот. Тоже такая возвышенность, как бы на речку или куда там она смотрит. Так. Через 50 метров держитесь левее. Держитесь левее.
проедьте 22 километра. О, это то, что нужно. 22 километра. Будем ехать по Н-28. Ну и впоследствии она же будет А-28. Или Н-20. Не, наверное, Н-28. Так, перестраиваемся. Вы превышаете допустимую скорость. Вот тут я, похоже, уже ездил. Проезжал, мне кажется. Туннель, туннель. Так, и чтобы здесь не потеряться в туннеле в этом. 4,5 метра. Запрещен, как видим, знаки вот развешали. Да, я и здесь уже проезжал. Вот, я вот этот типа офис какой-то вот как раз над входом. Ну и длина его 1,5 километра. Ладно, пока отключаемся. 70 ограничение скорости. Едем далее.